Химках прошла торжественная церемония награждения лауреатов городской доски почета. Памятные дипломы получили 30 представителей самых разных профессий. Все они внесли значительный вклад в развитие городского округа. Оказаться на городской доске почета – большая честь. Лауреаты рассказали о своих эмоциях. Достаточно неожиданно и, я считаю, заслуженно, потому что наш гостиничный комплекс занимает 3-е место по Московской области. И я рада, что городской округ Химки оценил нас. Вручил дипломы председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский. Ваше желание сделать наш город лучше и краше, оно движет вперед его развитие. И, конечно же, благодаря вам все эти перемены и происходят. Педагоги, врачи, инженеры, управленцы. На доске почета профессионалы своего дела. Здесь есть молодежь и представители старшего поколения, которые много лет добросовестно трудились на благо городского округа Химки. События, это, конечно, внезапно. Работа как работа, 29 лет проживания в Химках. То есть основная своя деятельность связана, конечно, с Подмосковьем. Для меня это знаковое событие, как, наверное, для любого награжденного жителя. Прогуливаясь по городу, загляните на доску почета. Возможно, среди лиц на фотографиях есть ваши знакомые или друзья. Прекрасный повод гордиться. Елена Тараненко, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.